Здравствуйте, меня зовут Валерий Иванов, и сегодня я хочу показать вам несколько примеров, как можно просто, быстро, легко и, самое главное, мобильно закрепить ваш смартфон, телефон или небольшую видеокамеру для съемки. Это не набор пыточных инструментов, это малая часть того варианта крепления, который я применяю в своей работе. Начнем по порядку. Есть вот такое вот универсальное крепление, оно закручивается на любой вообще винт, ну стандартный, четверть дюйма, так называемый, 1/4 дюйма. И здесь можно уже прикрепить мгновенно практически смартфон достаточно больших размеров. Очень удобно, можно хоть на лобовое стекло, вот присоска в машину прикрутили, и здесь, пожалуйста, смартфон. Стоит такая штука, что-то рублей 40, по-моему, всего на AliExpress, на eBay, не помню, где заказывал, но можно найти и поискать. Есть такой же вариант крепления, но уже для больших, для планшетов. Тут до 8, по-моему, до 9 даже дюймов, 9-дюймовый планшет можно прикрепить таким же способом. Четверть дюйма, стандартный винт, крепится мгновенно, очень легко устанавливается, очень легко снимается. Вот такой вот переносной, даже не мини-штатив, а микро-штатив, я бы сказал. Также сюда крепится вот такой держатель для вашего телефона или смартфона. Зажимаете. А здесь очень удобная тренога. И, пожалуйста, он у вас стоит под любым углом. Можете стоять вертикально, горизонтально. Вот такая вот тренога. Миниатюрная. Складная. Как угодно. Пластмассовая. Она очень легкая. Сложили. Разобрали. И внесли. Маленькая, плоская, легкая. Дальше. Это вообще карманный вариант. Крепится на карабин. Точно так же. Вытаскивается. Три ноги. Ставится на стол, на какую-либо поверхность. Здесь снимается колпачок. И тут опять у нас имеется винт на четверть дюйма, куда крепится у нас универсальный зажим. Все, пожалуйста. Вот ваш штатив. Сделали, сняли, сложили его. Сколько это секунд занимает? Несколько секунд. Закрыли. Прицепили. Хоть к карману, хоть к сумке. И пошли дальше. Следующий. Это автомобильный вариант. Устанавливается в прикуритель стандартный. Кнопка есть on-off. Включить-выключить. Плюс, помимо этого, у вас освобождается еще одно гнездо прикуривателя и два разъема USB. Ну и здесь крепление под смартфон, под телефон. Нажали для увеличения размеров. Вот здесь такая кнопочка. Нажимаете, раздвигается. Достаточно большой смартфон можно даже, или небольшой планшет, или так называемый фаблет. Также она гнется. И плюс здесь имеется крепление. Вы можете как угодно повернуть. Очень удобно тем, кто едет в машине, снимает. Включили в прикуриватель. Здесь у вас идет зарядка. Напрямую, кстати, к ней в комплекте идет кабель, который подключается к смартфону. У вас и смартфон заряжается, и руки свободны, вы рулите и снимаете сами себя за рулем. Для тех, кто любит путешествовать на машине. Вот это более такое уже тяжелое крепление. Металл. Крепится на руль велосипеда уже. Видно, да? Здесь резина. Мягкая ребристая резина, которая прекрасно крепится. Выбираете нужный диаметр и защелкиваете. Здесь под GoPro крепление, но опять же, если вы откручиваете крепление GoPro-шное, здесь у вас появляется винт четверть дюйма. Опять же, ставите крепление и как хотите, можете устанавливать дальше. Все это очень просто и очень быстро. И еще один мини-микроштатив на треноге, точно такая же. Раздвигается у вас, как инопланетная летающая тарелка. Здесь зажим. Сюда опять крепится наше с вами любимое уже. Мое любимое. У меня таких много. Я их штук 5, по-моему, купил. Почему? Потому что один в машине, да даже два в машине. Парочка у меня с собой где-то в кофре от фотоаппарата. Плюс запасные на всякий случай. Тем более, говорю, ну, 100 рублей 40 он стоит. Вот. Ну, штатив такой хитренький. Тут можно его сделать вот такой аж высоты. Представляете, да? Микроштатив. Закрепили. И снимаете, у вас свободные руки, снимаете на уровне лица. Ну, те рекомендации, которые я уже давал раньше. Снимаете на уровне лица. Не снизу, не сверху, а так, как вас смотрит зритель. Следующее крепление. Очень интересный вариант.
многофункциональный. Выглядит как струбцина. Очень крупный шаг резьбы, поэтому быстро откручивается. Ну и можно, как вы догадываетесь, да, зажать на любую поверхность достаточно большую. Тут либо толстая ветка дерева, либо стол, за перила моста, за поручни лестницы. Где угодно, чему ваша фантазия только, что ваша фантазия подскажет. Ну и здесь, как вы видите, удобство в чем? То, что один зажим регулирует сразу и наклон головки держателя, и наклон самой площадки. Сделано внутри очень удобно. Сюда опять прикручивается держатель. Вот. Но это еще не все. Смотрите, как это работает, эта штука. Очень интересно, как я сказал, как струбцина. Но помимо этого, еще имеются две ножки, которые вытаскиваются вот так, достаются и защелкиваются. И у вас получается вот такой вот штатив, который вы можете устанавливать под разным углом. Видите, да? Вот сейчас у нас будет стоять точно горизонтально. Сюда ставится у вас крепление. И получается довольно такой интересный, довольно прочная конструкция. Она не шатается. Я говорю, можно поставить под разным углом. Хотите, так наклонили. Надо вам пониже. Сделали пониже. Это появляется у нас как третья нога. За счет того, что шаг резьбы крупный, я сказал, очень быстро выдвигается, очень быстро задвигается. Все эти устройства сделаны именно таким образом, что быстро можно все сделать. Чтобы не сложилось случайно, имеется такой вот фиксатор. Без фиксатора вы ножки не сможете сложить. Отпустили фиксатор, и все. Дальше идем. Ну, это вот очень тяжелая такая конструкция. Он весит грамм, наверное, 400. Тут только металл, только металлические изделия. Ну, на конце, видите, да, у него уже закреплен разъем. Крепится к чему угодно можно. К велосипеду, к раме, к дереву, к ветке, опять же, к перилам, к мосту. Достаточно большое расстояние. Удобство в том, что, опять же, здесь применен такой элемент, что вот одна вот эта рукоятка, одна ручка, она сразу зажимает и нижний шарнир, и среднее плечо, и верхнее. То есть так он у вас получается, видите, подвижен. Но стоит только зажать одно единственное колесико, как вся конструкция у вас становится неподвижной. Ну, говорю, тяжелая такая конструкция. Можно достаточно большую камеру сюда повесить. Я вешал сюда даже зеркалку. Зеркальную камеру под килограмм. Прекрасно держит. Стоит такая штука 1500, по-моему, рублей. Ну, такая не дешевая, но она, поверьте, того стоит. Если у вас большой фотоаппарат тяжелый, и вам нужно, вы можете крепить вообще как хотите, под любым углом. Быстро. Раз, одним движением, и тут же зажали, нашли положение, зажали. И у вас конструкция уже не складывается. Крепление само откручивается. И вы можете сюда приспособить все, что угодно, поскольку у вас опять появляется четверть дюйма стандартная. И здесь еще есть полдюймовые под разными углами на разные конструкции. Опять же, очень удобно сделано, очень грамотно все продумано. Идем дальше. Ну, автомобильные крепления. Тут рассказать особо нечего. Опять же, четверть дюйма, которая позволяет вам прикрепить крепление для либо для смартфона, либо для вашего планшета. Можно использовать и как навигатор в машине, кто хочет большой планшет, кому не нравится стандартный 5-дюймовый. Либо для съемки, либо где-то в каких-то местах, опять же, можно приспособить и прикрутить планшет для удобного просмотра фильма компании. И вот такой вот зажим. Чем он необычный? То, что диаметр 9 дюймов. Вот сравнить стандартный. Диаметр 9 сантиметров. Вот стандартный 5-сантиметровый. А это 9-сантиметровый. Такой, что можно сюда прикрутить. Ну, тоже тут сделана конструкция под GoPro. Задумано. Крепление. Но сюда можно легко опять снимается. Верхняя часть накручивается. И уже в машине вы можете прикрутить вот на такой держатель уже достаточно большой тяжелый планшет. И точно будьте уверены, что вот это у вас не отвалится от стекла. Таких вот мелких креплений хватает, ну, на год обычно. Присоски, они изнашиваются, и все, они перестают. Вот это достаточно прочная конструкция. С такой присоской вы можете ехать и по кочкам, и по лесам, и быть спокойны, что у вас ничего никуда не отвалится. Вот, это не все конструкции, которые есть. Это то, что я нашел у себя. По-моему, где-то у меня еще были крепления. На одном, кстати, креплении у меня сейчас
держится фотоаппарат, с помощью которого я снимаю это видео, так что я ему не могу помогать, я не могу ему показать, но оно примерно вот такой вот конструкции, тоже из металла. Металлическая конструкция, прочная, что она держит легко мой фотоаппарат. Следующее приспособление уже для фаната своего дела. Это уже не микроштатив, это уже мини-штатив. Вот такой вот он. Причем он еще предназначен для видеосъемки. Если вы видите, здесь имеется площадка для вращения. Вот она сейчас зажата. Когда вы ставите камеру, вот у вас можете снимать по кругу. Имеется даже поплавковый уровень, чтобы можно было выставить линию горизонта. Также крепится 1/4 дюйма здесь. Можно прикрепить сюда либо смартфон, если вы хотите. Ну, в общем-то, больше у меня это для фотоаппарата. С собой такой походный вариант. Раскладывается. Конструкция достаточно, не скажу, что сильно прочная, но ничего. Где-то примерно 1,5 метра она получается в длину. Вот сколько у меня в камере здесь в объективе поместится. Вот такой вот он длины. Тренога. Очень быстро складывается, быстро разбирается, убирается в чехол, и все, и вы готовы к новому путешествию. Вот такой вот небольшой штатив. Следующая конструкция, это скорее всего не штатив, а специалисты знают, это Steadicam. Недорогой. Steadicam, для чего он нужен? Здесь крепится у вас опять либо фотоаппарат напрямую, либо смартфон, чем вы снимаете. По сути, выполняет функцию гироскопа. Когда вы идете, вот эти грузы, которые есть, они тоже регулируются. Они стабилизируют, гасят качение от ваших шагов, и получается съемка намного более гладкой, намного более стабильной. Без рывков, а знаете, так плавно шаги, потому что гасятся, компенсируются вот этими грузиками. Настраивается под каждый смартфон отдельно, креплений много, можно передвигать. То есть вы настраиваете под себя. Все зависит от массы, от размеров вашего смартфона или устройства, которое вы сюда крепите. Вся настройка занимает буквально пару минут. Попробовали, что у вас камера стоит стабильно, и, пожалуйста, можете снимать на ходу. Классная штука. Ну и, наконец, я не говорю про студийные штативы. У меня штучек 5, наверное. Да, штук 5 в студии стоит, в фотостудии штативы. Разные абсолютно. Есть для съемки фото, для съемки видео. Здесь я их просто с собой не принес даже, нет смысла. И, наконец, вот такой вот. Это уже совсем для фанатов своего дела. Совсем прям. Штатив Рекам, канадская компания. Недорогая компания. Стоит такой штатив 1000, наверное, 15, может быть. Но он конкретно заточен под видео. Трехосевая регулировка, так называемая 3D-головка. У него, видите, три красных ручки. По всем осям он вращается. Сюда крепится точно так же фотоаппарат. Правда, здесь имеется уже съемная платформа, очень быстро снимается. Вот на эту платформу крепится фотоаппарат, а потом одним щелчком, когда вы ставите, вот немножко неудобно, конечно, зажимаете, и все, и он у вас фиксируется. То же самое для съемки видео, вращающаяся головка, уровень выставления углов. Тут еще и имеется смазка, компенсатор для плавности хода, вот он очень плавно вращается. Вот, раздвигается, ну, я говорю, килограмм, наверное, 4, может, такой штатив. И имеется вот такой еще крюк вот здесь для крепления дополнительных грузов, для большей устойчивости штатива. Ножки тоже достаточно массивные, вы видите, резиновые ножки, и они прям, знаете, такие, ну, вот, конкретные такие ножки. Выставляется по уровню. Высота штатива 1,80 м или 1,90 м, выше человеческого роста. Может снимать с очень высоких точек. Плюс несколько углов раскладывания ножек имеется. Но я сейчас не буду показывать, просто в камеру не поместится. Те, кто снимал с такими штативами, именно для видеосъемки, я подчеркиваю, потому что для видео, для фото штативы сильно отличаются. Ну, вот по головке с трехосевыми регуляторами видно, что это как раз таки для видео. Фотоаппарат не нужно вращать так. Там нет у него подвижных площадок, которые будут вращаться. Это просто нет никакой необходимости в этом. Чем снимать и как снимать, выбор уже, конечно, стоит за вами. Если у вас возникли какие-либо вопросы, задайте их прямо под этим видео. Если хотите что-то мне рассказать интересное, я с удовольствием вас выслушаю. Единственная просьба, не оставляйте ссылки, поскольку YouTube автоматически блокирует все комментарии, в которых находятся ссылки. Это антиспамовая политика YouTube. Поэтому просто пишите на словах, мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Пожелаю вам всего хорошего.
Удачных вам кадров, удачных фотографий, хороших съемок и хороших впечатлений с использованием вот таких вот нехитрых и совсем недорогих приспособлений. С вами был Валерий Иванов. До свидания.